Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и мы начинаем с вами ролик тестирования новинок первого каталога Фаберлик. Сразу хочу сказать по ароматам. В пробнике мы с вами тестировали, да, в обзоре заказа. Вот тот, что, не знаю, красно-малиновый, да, флакончик, вот этот, Absolute Ship. Это не Рената, нет, это красный восточный аромат. Один в один, вот просто один в один, ну и на Ренату тоже похож. И он более-менее стойкий. Вот на мне они уже порядка 4-5 часов, я его слышу, но если принюхиваюсь. Если, конечно, распылить на одежду и так далее, будет возможный шлейф. Нет, ну шлейфа здесь нет. Он, в принципе, такой же, как и первоначально звучит. Может быть, слегка-слегка изменяется. Который в сиреневом флакончике, тут я его практически уже не чувствую совсем. Он даже при первоначальных нотах нужно было принюхиваться конкретно, хотя я там полпробника на руку излила, да? Он какой-то вот неуловимый. Я даже, он точно ни на что в Фаберлик не похож, он совсем не стойкий. И он какой-то, вот как я его первоначально написала, фиалочка, так и есть. Но он пропадает совсем, может быть, на одежде он, конечно, будет и подольше держаться, но он пропадает. Это не мой аромат, я не хочу заказывать полноразмерку ни того, ни другого. Тем более, что у меня есть красный, восточный, да. Но сиреневый вообще пропадает буквально моментально. Ароматы не шлейфовые. Немногогранные, как бы, что ли, не знаю, не раскрываются. Но сиреневый, конечно, это что-то новое. Это что-то новое, такого Фаберлик еще не было. Можно, конечно, за 70 рублей заказать пробник, потестировать, вдруг вам понравится. Что-то интересное, даже вот не могу сказать, и не зимний аромат, и не летний, и не весенний аромат. Какой-то вот интересный такой, фиалочка, цветочки. Но надо понюхать, потому что вам могут его описать как угодно, ноты все зачитать, там, мнение свое рассказать. Но, во-первых, на каждом аромат раскрывается по-своему, тепло, холодная кожа, вот это все. На каждом абсолютно по-своему раскрывается аромат, это во-первых. Во-вторых, и нос наш тоже чувствует абсолютно по-разному все. Поэтому, конечно, лучше брать пробники и мнению ничего не доверять. Но мне в душу ни один из ароматов не запал. А сейчас мы пойдем с вами тестировать серию Ума, пена, которая меняет цвет. На самом деле это очень интересно. Кстати, написано, что пена не содержит СЛС, СЛС, парабенов и так далее, но содержит ПАВ натурального происхождения и содержит глицерин, чтобы кожа детей не так сохла. В инструкции по применению написано, что под струю воды и при контакте с водой пена меняет цвет. Так, пена меняет цвет или что? Я не могу понять. Ну, в общем, будем с вами пробовать по-разному, посмотрим. Ну что, мы открыли воду, открыли пену. Она сама по себе светло-зеленая. Добавляем. Вот она зеленая. О! Синяя, что ли, становится? Да. Она синяя становится, да, смотрите. То есть сама она вот пена зеленая, жидкость. А так становится синяя при контакте с водой. Ну, прикольно. Пены много уже видно, такая прям. Пена, пена. Оранжевый. Но это не пена. Ну, здорово. И это у нас ананасик. Так, будешь в ананасике сегодня купаться, котел. Пены много, она, да, она становится вот такой вот синенькой. Цвет морской волны. Интересно. Можно, котенка, пробовать и на ванне рисовать, а потом да, мочить и смотреть, как она будет менять цвет. Это у нас с вами артикул 2882. Кому интересно подробный состав, вы, конечно, можете и на сайте глядануть. Информация вся. Ну, так интересненько. По поводу этих новинок. Мыли голову Ксюшке уже вот этим шампунем. Шампунь-гель для душа, не бальзам. Не бальзам совсем, 28-24. Вы знаете, волосики блестят, блестят, но совсем спутанные. Вот очень-очень сильно спутанные. У Ксюшки уже почти до пояса волосы. И прям нереально запутывает. Поэтому обязательно либо масочку, бальзам, какую-то несмывашку, потом детскую применяем, потому что не расчешешь просто после него. И гель для душа она тоже попробовала, ей понравилось, сказала, вкусненько пахнет, все отлично. 28,81, будем ждать, когда на складе появится из этой серии бальзам, будем его тестировать и тоже вам тогда расскажу. По поводу пасты, девочки, мне так понравилось живица, мне так понравилось, она, правда, все мои домашние сказали фи. Я помню, девчонки прямо ее спрашивали, ждали, когда она появится на складе, 24,44, я даже не ожидала, ну, бюджетной пасты 70 рублей,
как бы бюджетно. Свежесть мы уже брали, она нравится. Она нравится всем, она нравится Ксюшке. Экстра свежесть, классическая такая зубная паста. И не вызывала, вы знаете, у меня 22,45 повышенной чувствительности эмали, в отличие от паст Эксперт. Хотя эти пасты в два раза, а то и в три дешевле бывают, да? О, живица мне понравилась безумно. Она прям живица-живица на вкус. Вот прям кедр-кедр, живица. Она непрозрачная, она плотная, она очень хорошо пенится. Прям изумительно, нужно совсем чуть-чуть. И очень круто очищает. В течение всего дня эмаль чистая. После приема пищи. То есть вот в течение дня держит чистый эмаль. Мне очень понравилось, поэтому буду брать еще. Но сейчас посмотрю, конечно, понаблюдаю, чищу только ей. Будет ли вызывать повышенную чувствительность. Если нет, то прям будет в любимчиках. Ну и на этом все, мои хорошие. На этом видео буду заканчивать. Про новинки все вам рассказала. Ссылка для регистрации в Фаберлик, как всегда, под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.